Очень простой вывод из моего предыдущего видео. Если женщина не испытывает никакого сочувствия и сострадания по отношению к мужчине, значит и мужчина не должен испытывать никакого сочувствия и сострадания по отношению к ней. За все, что женщина получает от мужчины, она должна платить. Причем платить не сексом, потому что секс именно с ней никому особо и не нужен. Ну и кроме того, занимаясь сексом, мужчина тратит гораздо больше энергии, чем женщина. Поэтому во время секса не женщина что-то дает мужчине, наоборот, это мужчина отдает ей свои силы и свою энергию. Женщина должна расплачиваться работой. Пусть она моет полы, моет посуду, вытирает пыль, выносит мусор. Она должна обеспечивать мужчине комфортный быт, а если она этого не делает, то в таком случае зачем ему за свои деньги содержать это бесполезное существо?哎，站立干什么呢？这是练啥功夫呢？练腿呢。跟哪儿学的呀？来来来，跟我来，跟我来，来来来，打我，踢我。先生，我不好意思踢你。你命令你踢，踢我。到时候踢伤了。自愿的，来吧。脑袋瓜给你，那我给你来个360啊！360来吧。